Здравствуйте, дорогие друзья! Да, я пытаюсь показаться веселой, но это не так, потому что сегодня последний день Дня первокурсника 2021 года. И сегодня на самом деле выступают целых три института, и сейчас из-за того, что у меня уже плохо развита память, я вам их зачитаю. Итак, первый – инженерный институт. Второй – институт математики и механики имени Лобачевского, а также институт геологии и нефтегазовых технологий. Здесь очень сильно играет музыка, которая меня сбивает. Так вот, скоро, совсем скоро вы увидите записи концертных программ, и я этому очень рада. Сегодняшний день работает по акции 1 плюс 1 равно 3. На сцене концертного зала «Уникс» сразу три института Казанского федерального. Неплохо было бы запастись попкорном. За это спасибо инженерам. Ну что ж, можно ночи? Стоп. Вы думали, что я забыла? Тимофей, покажитесь. Заключительный день все-таки. Вот, теперь можем начинать. А инженерный институт постарался. С детства не любила цирки, но в этот парк развлечений я без раздумий бы пошла. Выбора тут на любой вкус. Хочешь проверить свою нервную систему на стрессоустойчивость? Комната с монстрами уже ждет тебя. Предпочитаешь классику? Тогда вон в том углу клоун надует тебе шарик. Ну а если вы эстеты, то вашему вниманию представляю бесстрашную девушку на воздушном кольце. И все было бы хорошо, если бы этот самый парк не находился бы под угрозой закрытия. На сцене вообще происходили какие-то чудеса. Табуретки двигались сами собой, клад находился в первой попавшейся яме. Вот бы так и в жизни. Ладно, отодвинем в сторону мечты и кайфанем от номеров инженеров. Что там с парком-то? Да, все с ним отлично. Ведь нерешаемых проблем в этой жизни нет. Итак, инспекция постановила, что для строительства гидроэлектростанции грунт слишком зыбкий. И поэтому все отменяется. Так это получается, парк не закрывается? Ура! Ура! Понравилось, когда красная начала вот это все гореть, мы начали как-то там зажигать, стали, начали с Тимирланом, не знаю как вот. Снова переносимся на сцену, а там уже готов мехмат. Не буду таить, из всех конкурсных программ в душу мне запало именно это. Конфликт как на ладони. Однако подача... Вот с ней-то у ребят никогда не было проблем. Приходите вы, пока еще радостные и полные амбициями, в первый класс. Находите первого настоящего друга, а тут... А может попросим, чтобы нас за одну парту посадили? Я за, но мама с папой против будут. Мои тоже. Интересно, почему они сами не дружат и нам не дают? Да, вот незадача. Начинаем с радикальных мер – бойкота. Я не буду есть! Я сейчас папу позову! Надеюсь, у Димы получилось. Спойлер, у Димы не получилось. И ребята решаются на взрослый поступок – спросить у родителей напрямую. С мамами-то все гораздо легче, а вот с отцами… Оказалось, что еще в детстве они не поделили… Вы будете смеяться. Нет, даже не первую любовь. Машинки. Детские игрушки стали причиной раздора семей. Но все хорошо, что хорошо кончается. После взаимной исповеди отцов мальчики вздохнули с облегчением. Постой, я тут подумал, ты меня извини. Я только сейчас понял, у тебя ведь тогда реально главное было. А ты извини за то, что я тебе в кисель тогда плюнул. А ты извини за то, что я... Тогда стаканы поменял. И в заключение разбора мехмата подборочка самых запоминающихся номеров. Помоги, помоги, я солдат своей любви. Как мне быть, подскажи. Я не знаю. Stop, girl, don't stop, why not? Go down, go down. You feel the happy joke, but I all are young. Shake up your body and the time for sit down. Just take a girl, man, then you will land on. Теперь
геологи. Болельщики этого института не отстают от эконома, притащили даже флаги. А история была посвящена любви сквозь года. Хочется отметить, что ребята из Института геологии и нефтегазовых технологий очень круто создали атмосферу. Каждый номер феноменально дополнял канву. И, конечно же, среди них у меня тоже есть любимчики. Прошу к просмотру. Море паролей удивляет, удивляюсь, удивляет, удивляюсь, удивляет. Ходу истории, ходу, ходу. And it's alright, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost. And it's alright, it's alright. Разбейте зеркало. Разбейте его! Из-за него вы слепы и ничего не видите. И будьте собой! Просто будьте собой! Возможно, скучаю. Я очень болен, я почти умираю. А где-то ты ничего не узнаешь. А что, вы хотели еще? А нет, это конец. Конец фестиваля «День первокурсник 2021 года». Да не расстраивайтесь вы, скоро студенческая весна. Ну, как скоро? Ну, почти. Всем пока!